Всем здорово, с вами Старпёр, и вторая и последняя часть прохождения Мисао на истинную концовку. Поехали! Анигевара, поздравляю, вы прошли игру, вам понравилось Мисао? А сейчас вас ждет новая история, которую вы не видели. Никто не знает, что может случиться. Вы готовы? Готовы. Тогда позвольте провести вас. Добро пожаловать в новую историю. Пожалуйста, выберите вашего персонажа. Играть за парня Аки? Нет. Я хочу играть за Мандрагору. Так, блин, а кого выбирать? Можно выйти отсюда? Походу, нельзя. Ну ладно. Введите имя парня на клавиатуре. Опять 25. А? Кто там на этом дереве? Мисао, что ты там делаешь? Это опасно. Старпёр, этот котенок не может спуститься вниз. Тебе помочь? Все хорошо, я уже почти достала. Есть. Я! Осторожней. Оу. Ты в порядке? Да, котенок в порядке. Здорово. Ты не пострадала? Нет? Прости. Ты в порядке? Ничего, я рад, что ты не пострадала. Спасибо. Вау, Мисао улыбается. Думаю, я впервые увидел ее улыбку. Немного неловко. Ох, я пойду, отдам его хозяину. Ты знаешь, кто хозяин? Да, он принадлежит местному лавочнику. Ох. Да, ну... пока. Эй, а можно пойти с тобой? Я могу сама, увидимся. Эй, Мисао! Мисао такая хорошая. Мисао никогда не обращала внимания, но она очень хорошая. Почему это должно было случиться с такой хорошей девушкой, как она? Старпёр. Кто-то зовет меня? Я уже слышал этот голос. Что? Где? Я был в классе. Я дремал в классе. Что же случилось? Старпёр. Мистер Анигевара? Это вы, мистер Анигевара? Где вы? Другой мир, город призраков. Выпустите меня отсюда, пожалуйста. Отлично, бляха. Это... мистер Анигевара. Давно не виделись, Старпёр. Вы позвали меня сюда, мистер Анигевара, но зачем? Ну, понимаешь... Я хотел бы предложить тебе освободить духов, которые должны были быть принесены в жертву. Вы можете это сделать, но почему? Эта девочка, Мисао, она зашла слишком далеко. Конечно, что они сделали, нельзя простить, но ее смерть не их вина. Они тоже страдают. Думаю, будет жестоко позволить страдать им дальше. Так я решил, что освобожу их. Если вы сделаете это, они возродятся? К сожалению, это невозможно. Но если их желание жить достаточно сильно, они смогут возродиться. Будешь ли ты их спасать, Старпёр? Я оставляю выбор за тобой. Но почему я? Я уверен, что только ты можешь их спасти. Никто другой не может. Мистер Анигевара? Я надеюсь на тебя. Подождите. Ну, конечно же, только я. Невозможно сохранить, а это что? Могила куда? Прикоснуться пока что нет.
могила Яшина и это, соответственно, могила Саатомы. А вот могилы... Будь осторожней, дух, который запечатал Амисао, находится впереди. Блин. А могилы упыря-учителя нет. Так, и кто? Сохранить, да. Давайте на третий слот. Ну, по порядку, чё. Могила Акуда. Прикоснуться, да. Так. Куда играл с Мисао? Так, Такеши. Ха-ха-ха-ха, тупая Мисао. Ты, не обижай Мисао. Нормально. О, ты как заноза в заднице. Зачем ты снова обижаешь Мисао, Такеши? Мисао, все хорошо. Хорошо, хорошо, я позаботился о Такеши, не плачь. Хорошо. Пошли домой, я буду защищать тебя. А потом что-то пошло не так. Ты был такой добрый, но ты изменился. Угу. Повзрослел и изменился. Признайся, ты встречаешься с Мисао, да? С чего ты взял? Ты не прав. Вы снова пришли вместе в школу. Здесь становится жарко. Заткнись. Куда ты встречаешься с Мрачной? И прекрати называть ее так. Хо-хо, он разозлился. Он и правда защищает Мисао. Ухажер, ухажер. Что здесь за шум? Я бы не смог влюбиться в такую, как она. Ах ты, пиздюк. А-а. То, что ты говорил, это... Ну, пошли домой, хорошо? Не сегодня, у меня есть дела. А, что ж. Понятно, увидимся. Смолодушничал. О, Мисао, посмотри на себя. Нет. Почему нет? Поцелуй меня. О, ты знаешь, что случится, да? Вот скотина. Ты оставил меня. Я доверяла тебе. Я не прощу тебя. Где это? Другой мир тьма. Невозможно сохранить. Ой. Остановись! Умри. Умри сейчас же. Жалкий. Умри, умри, умри. Прости меня, Мисао. Умри в огне. Гори в аду. Хватит, прекрати. Умри. Я ненавижу тебя. Умри, девственник. Здорово. Куда? Останься со мной. Куда? Бесполезно. Умри, наконец. Мисао, прошу, прекрати. Мне жаль, мне жаль. Куда, пожалуйста, вернись со мной. Прости меня. В твоей скорби нет смысла. Если бы я только был быстрее. Это моя вина, все моя вина. Нет, это не твоя вина. Но Мисао ненавидит меня. Это доказательство тому, что это все моя вина. Нет, эти девушки не Мисао. Они просто иллюзии, созданные тьмой твоего сердца. Что за чушь? С чего ты взял? Я знаю, что Мисао хорошая девушка. Разве ты не знаешь, что она бы никогда не сказала такое? Мисао? Мисао? Кудо? Мисао? Мисао? Кудо? Ты назвал меня по имени, я давно не слышала это. Мне жаль, Куда. Нет, я должен извиниться. Это моя вина, что ты... Все хорошо, я не ненавижу тебя. Почему? Разве я не оставил тебя одну? Да, мне было одиноко. Я так страдала, как будто я умерла. Но я знала, что ты чувствуешь, Куда.
Тебе просто не хватало мужества. Я знаю, что ты всегда думал обо мне. И ты хотел сделать меня счастливой. Мисао. Спасибо, что думал обо мне. Я тоже тебя люблю, Куда. Мисао! Мисао! Последняя Мисао была настоящей? Так, это что, Куда? Понятно. Ладно, еще раз сохранимся и пойдем за следующим. Могила Яшина. Интересно, как отмажут Яшину. Мисао, ты модель. Ты должна позировать. Ну, может, она статуя? Вау, я могу полностью увидеть ее. Но, выглядит как-то уныло. Почему бы нам не сделать ее ярче? О, звучит здорово. Дайте еще тех красок. Ха-ха-ха, о, это стильно. Еще немного здесь, у тебя будет красивое лицо. Ха-ха-ха-ха. Художественный класс, короче... Интересно реально, как они будут отмазывать Яшина, потому что Яшина реально, ну, сука. Без каких-либо скидок. Никогда не прощу. Прости меня, Мисао, нет! О, помогите, помогите! Ты не уйдешь после того, что ты сделала Мисао, Яшина. Но я знаю, что и ты пострадала. Мисао, ты не остановишься? Я знаю, что ты чувствуешь, но Яшина жалеет о том, что сделала. Думаю, это не сработает. После того, что она сделала с ней, ее гнев не просто будет успокоить. Это нехорошо. Мисао собирается... Надо придумать, как ее можно остановить. Мисао не останавливается. Так, и... И выйти я не могу, то есть это надо делать что-то прямо здесь. А что я могу здесь сделать? Поюзать унитазы? Почему это здесь? Получен предмет соль. Почему она здесь? Получен предмет бита. Сори, монеты. Ну давайте соль попробуем отпугнуть. Призраков. Знаю, я посыплю ее вокруг Яшина. Так. Яшина? О-о-о-о. Похоже, она не может говорить. Прости меня. Яшина, теперь все хорошо. Нет, хватит, не подходи. Яшина, думаю, тебе достаточно. Надеюсь, ты поняла, что нельзя обижать других. Я не буду, клянусь, я не буду, прости меня. Уверен, что Мисао простит. Давай вернемся. Почему? Почему ты встаешь на моем пути? Я думала, ты хочешь мне помочь. Я думала, ты мой единственный друг. Я всегда был на твоей стороне, но... Я не могу позволить продолжать тебе это делать. Что ты? Мисао, ты все еще не освободилась от мучений. Если ты продолжишь злиться, твоя душа не будет спасена. Замолчи. Мисао, неужели на твоем сердце становится легче после этого? Молчи. Конечно же нет. И если бы это было так, ты бы не была здесь.
Заткнись, заткнись, заткнись! Прекрати, Мисао, ты просто мстишь. Я не хочу видеть тебя такой. Замолчи! Мисао? Так. Юшину вытащили. Дальше. Могила Саотомы. Эй, вы знаете, на фестивале ежегодно проходит конкурс красоты. Интересно, может мне попробовать? Нет, думаю, не стоит. Может быть, в качестве участницы выставим Саотомы? А? Меня? Да, у Томы подходит лучше всех. Вовсе нет, я совсем не уверена в себе. О, не стесняйся, ты же знаешь, что ты милая. А Тома, давай. Я не могу, правда. Я думаю, Мисао намного милее меня, а? Это Мисао? Ты ошибаешься. Я уверена, Мисао будет выглядеть намного лучше меня, если ей нанести макияж. Вам не кажется? Макияж, да? Ну, сейчас ты симпатичнее ее, Саотомы. Я же говорю, это не так. Кто думает, что Саотомы может выиграть? Поднимите руки вверх. Выиграть. А? Вы, должно быть, шутите. Она знает, что популярна среди парней, поэтому специально сравнивает себя со мной. Она мерзкая. И Тома должно быть очарован ей. Мое лицо выглядит ужасно. Я неудачница. Мисао. Женский туалет. Это женский туалет. Мне надо скорее выходить. Нет уж, давайте сначала... А, смотрите-ка, там кабинка заперта. Ну, в смысле, там должно быть 4 кабинки. Здесь была... Получен предмет бита. Подождите, опять? А, это заново предметы обновляются. От мира. Различный инвентарь. От мира к миру предметы обновляются. Ну, от могилы к могиле, точнее. Дверь не открывается. Почему не открывается? Выломать дверь? Выломать. А открой шире, Тома. Вкусно. У тебя лучшие обеды, Тома. Ты будешь хорошей домохозяйкой. Конечно же, моей. Ах, Тома. Тома, я не отдам тебя Саотомы, Тома мой. Тома? Мисао? Что? Тома мой. Ах, Тома, пошли. Тома? Мисао? Мне нужна только ты, Тома. Тома, ты ведь шутишь, да? Ты сказал, что просто играл с Мисао. Я плохой, Тома, я солгал. Я люблю Мисао. Я так счастлива, Тома. Это не может быть правдой. Тома! Тебе не удалось заполучить его, да? Тома любит меня, а ты была просто для развлечения. Мисао, мне нужна только ты. И ты мне, Тома. Я люблю тебя. Походу, это наказание, а Тома... Нет! Наказание, да? Хватит, нет! Убери свои руки от Томы. Саотомы! Капец. Может, втащить его? Страстно целуются. Отлично. Саотомы, останься со мной. Нет, открой глаза, Тома. Возьми себя в руки, Саотомы. Это иллюзия. Иллюзия? Тогда почему он не исчезает? Почему это галлюцинация? Мисао, я люблю себя. Я люблю тебя, Тома. Нет. Саотомы. Саотомы больше не позволяет Томе обманывать себя. Тома отказал, ты помнишь? Неправда, Тома крутой и добрый, он всегда защищает меня. Вспомни, когда на тебя напали в туалете, Тома сбежал. Тома не бросит меня. Тома по... назад! Тома! Тома, помоги! Тома! Она вспомнила. Тома... Оставил меня умирать. Эй, старпёр, не против, если я возьму эту биту? Ты
мне не нужен, Тома. Я ненавижу тебя. Тома, Тома, ты... Убирайся из моей жизни. Так. И открылся еще один проход, смотрите-ка. Ну, давайте наверх сначала сгоняем. Мистера Нигавара, возьми. Это ручное зеркало? Думаю, оно может пригодиться. Интересно, для чего? А, его нет в инвентаре, очень интересно. Ну ладно, могила Тамы. Могила Тамы, не говорите мне, что Тама здесь. Так Мисао затащила его в другой мир? Не будет пути назад. Подожди. А справа что? На земле что-то есть, понять, да. Это шпиль Каяки. Это я и Аяка? Аяка, наверное. Аяка, сейчас это не важно, давай найдем безопасное место. Ну уж нет, я посмотрю. Я еще не посмотрел, что в нижнем ящике. Ты можешь упустить эту возможность, но я нет. Хорошо, мне нет до этого дела. Ну не так все было, ну. Хорошо, пора проверить нижний ящик. Что тут у нас? Твою мать. Что это руки? Что, стол мистера Соты? Почему? Это про... Нет, 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 не может быть. Не трогай! А? Хорошо, еще не гниет. Твое тело действительно хорошее, если остается целым 3 месяца. Еще больше люблю. Он сумасшедший! И ты узнала мою тайну. Нет, ты не уйдешь. Я поймал тебя, больше не убегай. Об этом ты же никому не скажешь. Пусть это останется нашим маленьким секретом. Нет. Ясно, что ж, печально. Мне придется тебя убить. А это и мистер Сота? Помоги, Аяка. Успокойся, Аяка, монстры уже ушли. Учитель, что случилось с Аякой? Она в панике после нападения монстра. Нет, не верю, он пытался убить меня. Аяка, на тебя напали? Я же говорил тебе быть в безопасном месте. Погоди, ей надо немного отдохнуть, но... Не волнуйся, я побуду с ней. Хорошо, посмотрите за Аякой, а я пойду осмотрюсь. А? Нет, подожди, не уходи. Постой. В моем столе в учительской есть транквилизатор, можешь принести мне его? Это поможет ей немного успокоиться. Понятно. Будь осторожней, не смей там умирать. Не позволяй ему обмануть себя. Сэр, большое спасибо. Подожди, старпер, не уходи, помоги мне, помоги! После этого, думаю, никто не встанет на моем пути. Нет. Я не смогу убежать. Как думаешь, что ты от меня получишь? Помоги! Глупая девчонка. Ты была той, кто думал, что я безупречный. Так. Ну, это ожидаемо было. Мистер Сота убил Аяку. Мне жаль, я не заметил Аяку. Блин, а я заметил на этом моменте. Если помните предыдущую часть. Я же говорил, ну подозрительный, бляха-муха. С другой стороны, не совсем понятно, почему Аяка молчала и только думала про себя. Помоги, помоги, а не орала во все горло. Могила Соты. Не-не-не, пошел ты в жопу. Пойдемте тому... Оживим.
где это я? Одинокий дом. Сохранить? Блин, смотрите, ко мне предлагают еще раз сохраниться. Что это такое? Так должно быть? Не открывается. Ну, типа... Монитор светится, посмотреть давай. Компьютер, сначала я был доволен, я наслаждался их любовью. Но однажды мне это надоело. Тот, кого все любили, это не я, это была моя маска. Это Аяка? Аяка! Она не замечает, думаю, она не слышит меня. Мистер Сота? Мистер Сота самый лучший, немного таинственный, но это делает его лучше. Везучая Аяка, он ходит к ней домой. Я очень ревную. Ах, мистер Сота, вы так прекрасны. У него красивое лицо, гораздо лучше других парней. И он напоминает убийцу. Точно, добрый, надежный. Это лучшее качество учителя. Убийцу? Интересно, смогу ли я взять номер у мистера Соты? Кажется, она не видит старпёр. Кажется, так и есть. Окей, погнали за Сотой, позырим, что там, как там. О, здорово. Чёрт! Кто не пройдет, каждый что-нибудь скажет о моей внешности. Какие глупые девчонки. Это мое лицо. Да подожди, ты куда ты убегаешь? А, вон он появился. Да блин, что это за хрень? Так должно быть или нет? Ну, в смысле, это баг или это криволапый? Ладно. Не открывается все еще. Так, это все ясно. Здесь. Ну и что? И что? О, а нет, сохранится. Чё? А, вот, стойте-ка. Но я не могу никуда дальше отсюда пойти. Какая-то ерунда. Не открывается. Ну понятно, не открывается. Понял я уже. Ощущение, что где-то здесь что-то нужно сделать. О, ежедневник посмотреть, да. Хидэки Сота. Сота? Этот человек? Действительно Сота? Что ты здесь делаешь, Сота? Мистер Сота? Ты воняешь на весь класс. Вали домой, отброс. Но он говорил, что типа его унижали в детстве. Было дело. О, удержись подальше. Прости, забудь, просто отойди. Эй, она плачет. Ты ужасен, Сота, ты заставляешь девочек кричать. Это моя вина. Ты неуклюжий, но... Фу, извращенец. Сота домогался к ней. Ужас. Ну, сейчас расскажите, что, короче, и он тоже жертва, бедный, несчастный, затравили. Никто не принимает меня. И поэтому он стал маньячелой. Что было в прошлом Соте? Спасибо, что наконец-то открыли дверь.
Никто не принимает меня. Ты больше никуда не убежишь. А? Я умер? Чешо. Я умер, лол. Так. Кажется, туда может уместиться один человек. Ну, прекрасно. И что, и как это работает? Походу, это какая-то недоделанная глава или что? Подождать немного. Ты не убежишь. Бля. Окей, будем выходить. Так, сыванемся сразу, на всякий случай. Кс-кс-кс. Мяу. Почему? Почему все отвергли меня? Ненавижу их. Не могу их терпеть. Мяу. Кот? Он ранен. Ты такой хрупкий. Я отнесу тебя к ветеринару. Держись, я помогу тебе. Сожалею, но его уже не спасти. Нет. Мне жаль. Если бы я нашел тебя раньше, может быть, я смог бы. Учитель. Как это, блядь, оправдывает то, что он убивает и расчленяет девочек, блядь? Могила кота. Да понятно, что могила кота. Мяу. Я всегда думал, что меня никто не принимает, но она другая. Ты правда будешь это жрать, лузер? Это помойка — идеальное место для тебя, да, Сота? Вот именно. Что-то хочешь сказать? Ты идиот. Пошли отсюда. Ты в порядке? Такана? Она одна из одноклассниц мистера Соты. Не против, если я сяду с тобой, а? Все хорошо, если ты против. Прости. Нет, я не против. Значит, я могу? Да. Что мне делать? Что мне сказать? Так она тоже ничего не говорит. Почему так она заговорила со мной? Ах, так она такая красивая. Эй! Всегда обедаешь здесь? Да. Ясно. Здесь хорошо. Так тихо и спокойно. Да, думаю, да. Да. Прости. Что такое? Я ничего не могла сделать, когда тебя дразнили. Нет. Могу я завтра сюда прийти? Мы должны есть обед вместе, а? Ты, если ты будешь есть вместе со мной, тебя тоже будут дразнить. Я не против, я решила, что не отступлю. Я не обращала внимания, потому что мне было страшно. Я всегда бежала от реальности, но я собираюсь покончить с этим. Отныне я буду защищать тебя, Сота. Что? Я тебе уже надоела? Нет, это ты нет, но... Конечно, я не против. Просто если тебя будут дразнить, я буду чувствовать себя виноватым. А если за меня будет заступаться девушка, меня будут дразнить еще больше. Думаю, это так. Прости. Ах, ну, я ценю твою помощь. Ну, прости, что затронула эту тему. Нет, это... Тем не менее, я хочу тебя защитить, Сота. Если ты будешь в беде, приходи ко мне, я всегда помогу тебе. Ты так она...
Спасибо тебе. Эй, я хочу узнать тебя получше, Сота. То ли подвох, то ли шо. Она была первой. Первой, кто приняла меня. Я был так... так счастлив. Подвох. Чую подвох. Мы встречались каждый день, мы не говорили друг с другом. Мы просто проводили время вместе. В разговоре не было необходимости. Я чувствовал себя странно рядом с ней. Мы были счастливы. Ах, это облако похоже на овцу. Так и есть. Это мило. Да. Так она улыбается, она тоже милая. Мне нравятся ее руки, и ее голос, и ее улыбка. Я влюбился в нее, моя первая любовь. Я люблю Такана, да, я на самом деле люблю ее. Люблю. Такана? А, Сота? В чем дело? Пусти. Такана, я люблю тебя. А, что? Я люблю тебя. Я люблю тебя, Такана. Ах! Ты такая... Ты странный. А? Ах, мне жаль. Почему? Я думал, ты меня приняла. Почему? Ну, понимаешь, мне правда жаль. Я хотела быть с тобой не ради этого. Я плохо чувствую себя, Сота. Прости, ничего. Мы должны перестать встречаться здесь, хорошо? А? Нет. Почему меня никто не признает? Почему меня никто не принимает? Сота, остановись! Почему? Кто-нибудь помогите! Сота, что ты творишь? Ну и как он стал учителем после этого? Никто не принимает меня, никто. Ты тоже думаешь, что я отвратительный, не так ли? Как он смог стать учителем после того, как на глазах у другого чувака попытался... что-то сделать с девочкой. Почему? Почему никто не может меня принять? Почему, сэр? Мое лицо. Я думал, что мое лицо изменилось. Да, многое изменилось. Это был переворот. Все приветствовали меня. Меня приняли, я был счастлив, но... Скоро я понял, что тот, кого приветствовали, был не я. Это было лишь мое лицо. Никто не смотрел, что внутри меня. Все смотрели на мою внешность. Это фальшивое лицо. Это не я. Тот, кого любят, это не я, просто фальшивое лицо. Меня никто никогда не любил. Это не так, сэр. Все знают, мистер Сота добрый, надежный учитель. Они... И я тоже знаю, вы правда хороший человек, мистер Сота. Просто с вами иногда бывает неловко. И поэтому вы нравитесь мне. Поэтому, учитель, больше не грустите. Мы все любим нашего доброго учителя. Что за хуйня? Добрый учитель, блин. Мирно спит. Этот котенок был счастлив в последние моменты.
Исао, не подходи. Другие могут спокойно уйти, но тебя я не отпущу, Тома. Почему, Тома? Он просто играл с тобой. Я знаю, он просто играл со мной. И потому я ненавижу его. Я очень сильно его ненавижу. Ну и люблю, это так странно. Если любишь Тома, освободи его. Тогда будешь ли ты со мной вместо него, старпер? Я больше не хочу быть одна. Неважно кто, я просто хочу быть с кем-нибудь. Ты же мой друг, ведь так, старпер? Ну... Я не могу. Конечно, не с такой, как я. Тома? Тома? Монстр! Тома? Это я, Мисао, я не мон... Уходи, монстр! Успокойся, Тома. А вот и зеркало. Не может быть. Это я? Нет, нет, Мисао. Нет, не смотри, не смотри на меня. Так, я не могу подобрать. Вытащи меня отсюда. Почему? Почему со мной это случилось? Что я сделала? Скажи мне, Мисао. Я хотела прожить долгую жизнь. Я хотела быть счастлива. Я не хочу быть снова одна. Мне страшно. Это так несправедливо. Это нечестно, что я должна все терпеть. Я права. Я сделаю так, чтобы все в классе испытали то же, что и я. Нет, я не позволю это сделать. Тогда позволь мне быть твоей девушкой, старпер. И если ты будешь со мной, старпер, тогда я... Я, Мисао, я знаю, этому не бывать, я такая дура. Я должна просто исчезнуть с лица земли. Старпер, прости. Мисао, подожди. Старпер, я не могу быть твоим парнем. Ты просто мой лучший друг. Лучший? Я хочу, чтобы мы были хорошими друзьями, поэтому я не хочу с тобой встречаться по прихоти, как Тома. Старпер. Мы не можем быть парой, потому что еще плохо знаем друг друга. Так что, для начала, давай будем друзьями. Я всегда хотел быть твоим другом, Мисао. Я буду всегда с тобой как друг. Что бы ни случилось, ты не будешь одна. Обещаю. Старпер, почему? Почему ты это говоришь? Потому что ты мне нравишься, Мисао. Старпер. Может ли девушка дружить с тем, кому она нравится? Ну, конечно. Я скажу это снова. Мисао, ты будешь моим другом? Да. Старпер, спасибо тебе. Мисао. Это был сон? Просто сон? Спасибо тебе. Нет. Мисао, я никогда тебя не забуду. Так, конец. Вот такая история, надеюсь, вам понравилась. Хотя вот это оправдание в финале тяжелым детством. Ну, я не поклонник, блядь, таких мировоззрений. Я не знаю, как это объяснить, короче, но я считаю, что оправдывать убийцу и психопата тем, что у него было тяжелое детство, это хуйня из-под коня. У многих тяжелое детство, но не все становятся психопатами. В общем, ладно.
Это тема для отдельного разговора. А на этом я, пожалуй, закончу. Спасибо большое всем, кто посмотрел Мисао до конца. Не забывайте подписываться на мои каналы, если хотите. С вами был Старпер. Всем счастливо.